молодежном центре прошел галоконцерт «Студенческая весна СВГУ-2021». Все факультеты и институты вуза представили свои лучшие номера. Песни, танцы и даже чтение стихотворений. 80 наиболее талантливых студентов показали 25 выступлений, которые отобрали жюри. Студенты дорвались до сцены. Всю прошлую неделю они гремели в СВГУ. Ну а сегодня лучшие из лучших на галоконцерте. Здорово, что сегодня будут награждены самые лучшие номера, отобраны участники на весну областную. Ну, в общем, должно быть супер, потому что студенты у нас классные. Несмотря на волнение перед выступлением, студенты справились на ура.